Здравствуйте. Информационный час на телеканале «Эфир» завершает тема с Сергеем Шерстневым. Накануне в молодежном центре «Акбарс» прошел открытый конкурс по культуризму «Казань-2015». Специально приглашенной звездой на соревнованиях стал 44-летний бодибилдер из Испании Франциско Пако Батиста. Антропометрические данные легендарного бодибилдера впечатляют. Вес – 130 килограмм, окружность бицепса – 58 сантиметров, грудная клетка – 135 сантиметров. И сегодня Пако Батиста, которого в родной Испании называют «Эль Торо», что означает «бык», гость нашей студии. Здравствуйте. Buenos días. Buenos días. Уважаемые телезрители, я хочу также сказать, что нам сегодня помогать переводить с испанского будет замечательная девушка, переводчица Лилия Газизова. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте. Пако, ну, я знаю, что вы впервые в России и первые впечатления о нашей стране. Es la primera vez en Rusia, entonces las primeras impresiones sobre nuestro país. Bueno, la impresión ha sido muy buena. Kazán es una ciudad muy, muy bonita, pero lo que más me ha sorprendido es la gente, la cordialidad de la gente, los fans, ha sido realmente muy bonito. Страна Россия очень хорошая, и Казань прекрасный город, и особо меня удивило это фанаты, это доброжелательность людей. Ну, в социальных сетях уже появились фотографии, где вы гуляете по Кремлю, посетили мечеть Кул-Шариф. То есть, насколько вам понравилось все? Ya en las redes sociales han aparecido las fotos como pasea por Kremlin, de mezquita de Kul-Sharif. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo ha sido? Ha sido fantástico. Aparte, a veces viajas y no tienes mucho tiempo para hacer turismo. Y hemos tenido un poquito de tiempo y la verdad es que estoy encantado, encantado con la ciudad. Просто фантастика. Обычно, когда путешествуешь, не хватает времени, чтобы посетить все и посмотреть, но все мне очень понравилось, просто великолепно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот правда ли то, о чем пишут о вас в интернете, что когда вы посмотрели фильм «Рокки» с Сильвестром Сталлоне и «Конан Варвар» с Арнольдом Шварценеггером, вы забросили футбол, которым достаточно серьезно занимались, и ушли в качалку? Es verdad que escriben en internet que después de ver Rocky con Sylvester Stallone y con Álvaro con Arnold Schwarzenegger que dejó de fútbol, sí, de jugar al fútbol, empezó el culturismo. Sí, es cierto, es cierto. Siempre me habían gustado los cuerpos musculosos y de muy chiquitito, de muy joven. Y cuando vi realmente la película de Conan el Bárbaro, me impactó mucho. Digo, yo quiero tener un físico como ese y dejé el fútbol y me dediqué al bodybuilding. Действительно, с малых лет меня всегда привлекали мускулистые люди, и после того, как я посмотрел «Конан Варвар» с Шварценеггером, я сразу решил, что я хочу быть таким же, и перестал заниматься футболом и посвятил себя бодибилдингу. Ну, судя по вашим внешним данным, вы перещеголяли Шварценеггера. У Шварценеггера бицепс 56 сантиметров, а у вас, говорят, в лучшей пиковой форме 60 сантиметров. Pero parece que superó a Schwarzenegger, porque dicen que bíceps tiene 58 centímetros y usted tiene 60. Sí, pero es otra época, hace muchos años, y como en todos los deportes, las marcas se superan con el tiempo. Y sí, ahora el nivel de los físicos es superior, pero contando la época de Arnold, él fue el mejor indiscutible en su época.
Да, но все это зависит от эпохи, естественно. В спорте всегда со временем достигаются более лучших результатов. Шварценеггер в свою эпоху он был лучшим. А удалось познакомиться с вашими кумирами, с Сильвестром, с Арнольдом? ¿Has tenido oportunidad de conocer a Stallone, a Schwarzenegger, sus ídolos? Son un poco inaccesibles, pero Arnold ahora está haciendo promoción de campeonatos de Arnold Classic por todo el mundo y siempre visita todas las competiciones y sí, he tenido el gusto de conocerlo un momentito en uno de sus competiciones. В реальности к ним очень сложно подобраться, но, как известно, Шварценеггер сейчас проводит соревнования, Шварценеггер Классик, и да, на одном из соревнований мне удалось буквально на мгновение с ним познакомиться. Хорошо. Ваше изображение украшает официальный плакат соревнований, которые прошли в Казани. Как вы оцениваете уровень российских бодибилдеров и кого можете выделить из них? Su imagen está en la cartelera de competición en Rusia. Entonces, de culturistas rusos, ¿a quién puede marcar para destacar? Bueno, hay dos muy grandes culturistas, atletas rusos, que han sido los que mejor clasificación han tenido a nivel profesional. Sergei Selestov y, buen amigo mío, y Alexander Fedorov. Среди культуристов российских, которые на профессиональном уровне показали достаточно хорошие результаты, это Сергей Шелестов и Александр Федоров. Вспоминая историю ваших побед, первый такой серьезный успех пришел в 1999 году, первая серьезная победа. Вот насколько она осталась в памяти и насколько тяжело вам далась? En 1999 ganó su primer premio y recuerda cómo lo consiguió. ¿Fue difícil? Sí, fue el campeonato del mundo. La verdad es que fue algo un poco sorpresa porque era la primera vez que competíamos a nivel mundial y en un principio era probar a ver cómo iba a estar la competición. Y fue muy bien, fue perfecto y a la primera ganamos el mundial en el primer intento y fue algo fantástico. Это был первый мировой чемпионат мирового уровня, в котором мы участвовали. И да, вначале это было скорее даже попробовать себя, но мы выиграли с первой попытки, это было что-то фантастичное. Вас называют самым знаменитым испанским бодибилдером. И вообще, насколько в Испании, в вашей стране, популярно и престижно заниматься этим видом спорта, потому что в России после Казанской универсиады, после Олимпиады в Сочи народ пошел в спортзалы, стало престижно и модно быть красивым и накачанным. Le conoce en España, porque y en general en España es popular hacer culturismo, porque por ejemplo en Rusia después de la universidad mucha gente va al gimnasio para estar en forma, estar bonitos. ¿En España cómo está? Sí, hay gran cultura en España de culturismo en sí a nivel profesional, de competición, pero la gran mayoría de la gente va al gimnasio a entrenar, a cuidarse, a ponerse en forma, a tener buen físico, a hacer un poco de salud y muchísima gente practica el deporte de las pesas para estar en forma. Sí. В Испании много людей ходят в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме, в основном для здоровья. И, конечно, тоже большинство занимается культуризмом или просто работают с тяжелыми весами. Опять же, возвращаясь к истории ваших побед, многие аналитики тяжелого спорта говорят, что достаточно непросто складывается у вас ваша спортивная карьера. То есть, как правило, вы оказываетесь в первой двадцатке, то есть так было в 2002 году на Олимпии, 2006, 2007 год, 2016. Как вы считаете, вот чего не хватает для того, чтобы оказаться на пьедестале?
Los analíticos dicen que su carrera no es de fácil. Entonces, en 2002, en 2006, 2007, solo ha entrado en los 20 de top. Sí, ¿cómo ha sido eso? ¿Es difícil ganar los primeros puestos? Sí, por supuesto. La competición a nivel profesional es muy difícil. El nivel está muy alto, teniendo en cuenta de que para pasar a competición profesional tienes que haber ganado un campeonato mundial. O sea que todos los que están compitiendo en esa liga son verdaderamente muy buenos culturistas. Y bueno, estar ahí compitiendo con ellos no es nada fácil. Это соревнования международного уровня, и, конечно, все, кто соревнуется в этой лиге, это профессионалы, это мастера своего дела, и соревноваться с ними не всегда легко. Скажите, пожалуйста, вот вам сейчас 44 года, то есть, в принципе, это такой достаточно серьезный для спортсмена образ, точнее, не образ, а возраст. И думаете ли вы о завершении карьеры или все-таки до какого предела, так сказать, возрастного вы намерены продолжать свою спортивную карьеру? Ahora ya tiene 44 años y normalmente ya es la edad de terminar. Entonces, ¿piensa en terminar la carrera o en general a qué edad lo quiere hacer? Sí, la verdad es que con 44 ya empieza uno a pensar un poco en retirarse de la competición, pero me encuentro bien, también llevo descansando de competir 4 años y me noto con fuerza y con energías de dar el último empujón. Да, в 44 года человек уже задумывается о том, чтобы перестать участвовать в соревнованиях, но я сейчас уже 4 года не участвовала в соревнованиях, я чувствую, что у меня есть силы и что я еще много могу. Но, опять же, возвращаясь к оценке аналитиков от бодибилдинга, многие считают ваши ноги самыми лучшими в истории бодибилдинга. Volviendo a los analíticos.